приехали, ребята, ну наконец-таки мы их ждали. Я надеюсь, что ваше утро сегодня было абсолютно бодрым и добрым, но наше утро – это просто кошмар. Такая погода, но вы посмотрите на эту синеву. Это день, это 12 час дня, ты не хочешь ничего делать. Я спать. Don't wanna do it, but might need another 10 nights. Look at Randy Orton slithering. Oh, watch out, watch out, watch out, watch out! Pour a drink, drown my pain, get you out of my brain. Afterwards, feel the same, a little worse, but it's okay. Oh yeah, and I'm feeling pretty good. You're done. А что за браслеты? Это Меркл. Меркл браслет. Да я не знаю, можешь почитать. Здесь какое-то волшебное, чудесное фруктовое масло. Улучшает циркуляцию крови и там бла-бла-бла. Так что потренировался с английским? И Дан Варданян. Yeah, it's me, I'm here. Да нет, когда я успел. А чё у вас Близи все время отчитывается за предматчевые? Так никто не знает английский, кому идти. Соперник был непрост, но мы взяли преимущество и дожали. Google Translator кидаешь, потом так. Витук the advantage and preset. Заучил немножко и всё. Сегодня играем с полами. Как по мне, так это серьезный соперник. Ну, они вот на SL вроде нормально выступали. Но мы, в принципе, хорошо подготовились. Поэтому, думаю, таких именно серьезных проблем не будет. Они тоже вчера сыграли, как и вы 2-0. Да, я видел, все вспомнил. Как они играют? Envy вообще отличается нестандартной игрой. Ну, они вообще не создают никакого прэша. Они тупо берут лейт-героя и вот фармят, и вот где-то минут 40-50, да, качается. То есть в теории их надо раньше заканчивать? Да, на них надо давить, иначе, типа, они сами ничего не делают. Соответственно, нам надо что-то делать. Слушай, а как вообще происходит подготовка к конкретной команде? Пересматриваете реплей, что вы вообще делаете? Или просто пики смотрите? Ну, именно таковой подготовки именно к команде, прям серьезной, наверное, нет. Вот именно просто самим лично надо понять, вот, чем мы хотим играть, что мы будем делать и так далее. А именно подготовиться, да, это на самом деле именно не важно. Вот если есть какой-то вот суперсигнатурный герой, его, возможно, стоит подбанить. А вообще важнее играть только, ну, своими героями, своими стратегиями. А не подстраиваться против кого-то и играть против кого-то. Hey guys, Slacks here for our one question 30 second interview. What was your name? Aiden. All right, thanks a lot everybody for tuning in. We'll catch you later on Dreamly. Дождались. Сейчас начнется игра. Вот уже почти чуть-чуть. Чуть-чуть осталось времени. И пойдем. Это стимул. About to come back in. They are S5 again. Could this be the initiation? Could the divine rapier? He pops it on the Aegis once again, and he's going down. It's not looking good. He's got to run out of there as quick as possible. The double silence. Oh, the cheese! Could it be the fondue? No fondue. No, thank you. Goodbye, everybody. They're all dead. This game's over. Here we go. It's Bait again. He's got BKB, BKB, BKB. Oh, BKB. Oh, gone. My God. It was a Bait. Ladies and gentlemen, Bulldog calls it as they turn it around. Oh, Lena in some serious trouble trying to get out of there as best she can. But Crystallize on the back end. Pop it and lock it. There goes Lip. It could be PA's to Peel's time to shine. He going in on that BKB. Bloodseeker. Bloodseeker trying to chase him down. Now he's got everything that he needs. He ults the right one. And he is done. Ladies and germs, it's all looking over. Get oh. Они без лича, без лича. Только Б. А, и без БС они еще так. Темплаку можем? Ребят, темплаку. Она без маны. Та, слева. Да. Я погибла. Погибла. Поставил БС? Для лича пара. Меня убивает. Он с бабочкой очень сильный. Он откилился. Get me right back in the mood.
Это какой-то беспредел. Я, если честно, расстроилась. Ну, хотелось бы, конечно, победку. Будем играть завтра против Infamous. Я думаю, что ребята сейчас пойдут в отель, там обсуждать, разбирать, готовиться. Ну и завтра надо уже брать 2-0. Ну, максимум 2-1, ладно. Значит, первая игра. Против ИСПА мы были подготовлены. То есть у нас был определенный план, что мы будем брать. То есть мы уже играли неоднократно, и у нас был план в голове. Соответственно, отдавали мы не просто так. И считаю то, что мы взяли тех героев, которых хотели. Ну, там плюс-минус каких-то героев забанили, которых мы еще могли взять. Но мы взяли, то есть у нас были вариации. Ключевые моменты. Чисто ключевые моменты. Давайте это выделим. Хорошо. Вот одна из этих ошибок, которую можем назвать, наверное, такой же более ключевой. У нас были мертвые герои, потом мы... 2-4, напали, убили Дрю, Лину не добили, решили дальше за ними погнаться. То есть Тини только Ресонс и прилетел, можно было чуть-чуть подождать, но здесь опять же, у нас есть сыр, у нас есть Мулифайр. Мулифайр хотя бы одного героя жмем, будет лучше. Короче, куча таких ошибок привело к поражению. Пик у нас был шикарный. Можно сказать, то, что мы хотели, сыграли, исполнили хорошо, просто не смогли закончить. То есть начали ошибаться при заходах на хиле. Вторая игра у нас сейчас снизу будет. Нападение на пугну. То есть на самом деле здесь темплака прыгает, пытается убить. Ошибается, не видела микса. У нас подходят герои, БКБ он тут не жал, этот прилетел ПЛ. Вот ПЛ здесь, по сути, уже мог быть с Тараской. То есть вот такая драка, где мы могли подраться с Тараской. То есть драка для нас начинается хорошо, на самом деле. Мы убиваем, размен идет, плюс мы выбиваем Айлис. То есть мы решили здесь отойти, потому что видели уже подходящих вражеских героев. Вот у нас стоит Опс, мы видим Бладсикера, Лича, и мы понимаем, что Темплака еще не жала БКБ. То есть, соответственно, первыми ее как-то застанет мы не можем. Тем более у Лины там, да. Ну, короче, не можем, она прожмет, скорее всего. Но вот здесь Темплака ошиблась. Она ударила в Карапас, то есть ее... Никс зачинстанил, и это можно было использовать. В данный момент на ПЛе можно было прыгнуть и ну, чуть ли не убить ее, то есть. Либо оставить лоу HP. То есть плюс был Сикер, да, просто так вот бежит здесь и просто так вообще вот жмет БКБ. На него иллюзии тут направили, вот просто так. Все реально, была бы у нас здесь Тараска, использовали бы, сыграли бы на ошибки врага, могли бы подраться намного лучше, выиграть драку в хлам и как-то какое-то преимущество захватить по игре. Но в целом это вот один из моментов, ну вот одна из драк. Вот, допустим, у нас позиционка на ХГ, сейчас мы увидим вот эту земелю, быстро убили. Он байбекнулся, то есть что происходит дальше? Дальше у нас какой был момент? То, что, ну, ПЛ на самом деле у нас здесь, опять же, очень сильный. Темпларка с такими айтемами ему ничего не делает. Единственный герой, который неприятен, это вот Бладсикер. Ну, который действительно ПЛа, по сути, в драках и убивал. То есть здесь можно было... вот даже вот здесь Никс, скорее всего, не умер бы. Либо же, ну, можно было по-другому сказать, то есть можно было на ПЛ, мы обсуждали то, что можно было пойти на них, они бы, скорее всего, могли отступить. То есть мы почему-то играем как-то супер сейвово, боимся, ну, поэтому у нас не получается нормально подраться. В целом все, надеюсь, вам понравится этот разбор полетов. Ставьте лайк и подписывайтесь. Да, подписывайтесь. Все, всем пока.